Здравствуйте, дорогие участники конкурса Golden Time. Меня зовут Дмитрий Земсков, и для меня большая честь выступить в роли члена жюри в этом престижном конкурсе. Как и другие члены жюри, хотел обратить внимание участников конкурса на качество видеовыступлений. Если видео прерывается или снято очень далеко, что возможно только увидеть силуэт. Конечно, это влияет на оценку жюри. Пожалуйста, присылайте качественные видеозаписи, чтобы члены жюри могли по достоинству вас оценить. Я был очень рад увидеть множество талантливых выступлений. Хочу особенно отметить в категории «Классический танец» Еления Антония, Екатерина Павлова, Милена Леганенко, Ольга Хрицишина, София Леолюк, Александра Нуянзина, Полина Шалаева-Антре. В категории «Народные танцы мира» Национальный танцевальный ансамбль детей Кавказа, Елена Александрова. В категории «Street dancing» Виктория Юрчик. В категории «Экспериментальный танец» «Союз» Таисия Мусатова, Владислава Елисаветска. В категории «East dance» Шоу «Ballet Dangerous». В категории «Хореография» Яна Власова. В категории «Contemporary» группа «Айсидора». Лена Назаренко и Даша Чеплыгина. Детский танцевальный коллектив «Сюрприз». «Союз». Кобелева Анна. Коваленко София. Мария Санукевич. София Коваленко и Дмитрий Бадретдинов, студентов ЦИОЦ, Валерия Галиновская, Анатолий Казарчук, Владимир Ключеров, Любовь Зиновьева и дуэт Любовь Зиновьева и Арина Клементьева, шоу «Ballet Dangerous», Сузир А. Эдельвейс. В категории «Поп-кореографи» «Союз», танцевальный театр «Смола», ансамбль эстрадного танца «Мария», танцевальную группу «Айсидора». В категории «Folk Choreography» Амина Баташева, Ирина Амельянчук, национальный ансамбль детей Кавказа, танцевальную группу «Вихеляс». Александр Лапо и Ксения Шевченко, шоу «Ballet Dangerous». В категории «Pole Dancing» Владислава Елисаветска. В категории «World Art» Александра Конева, Наталья Деревягина. В категории Short Films Паола Мидра Red Castle Crew. Хочу пожелать всем участникам дальнейших творческих успехов и будущих побед. До новых встреч!